11 апреля 1945 года в концлагере Бухенвальд произошло восстание заключенных. С того времени каждый год в этот день во всем мире отмечают день освобождения узников нацистских концлагерей. Сегодня в Мариуполе возле памятника жертвам фашизма в память о погибших горел вечный огонь, играл оркестр, а неравнодушные жители зажгли свечи. Первый концлагерь был создан возле Дахау в марте 1933 года. С начала войны нацистская Германия организовала огромную сеть концлагерей, превратив их в места организованного убийства миллионов людей, прежде всего еврейской национальности. Глава Мариупольского отделения Украинского союза бывших узников нацизма Виктор Декалюк помнит, как в этот день его и других приговоренных к смерти освободили американские войска. 11 апреля. Я отлично помню, когда нас американцы освободили. Это такая радость была, потому что многие прошли концлагеря смерти, и там и остались. Вкратце, из Мариуполя было угнано 60 тысяч молодежи. Представляете, 60 тысяч. Каждый десятый погиб там, неволе. Мы помним и тех, которые сейчас тоже уходят из жизни. В конце мероприятия собравшиеся возложили цветы к памятнику.